выглядел как бог обычный. Вот обычно выглядит мужчина с огнем. Пришла Яна, и я ее увидел такой, как она была именно на телевизоре. Я подумала, как я в это впишусь? Здесь у них профессиональные травмы. Вот, например, в частности, я, например, не знала, что так может болеть предплечье вот этого. Что касается кистей, то, оказывается, мозоли. А со стороны такое прям вот воздушное искусство. Одно дело репетировать без огня, но как только начинается этот запах керосина, подносится зажигалка, все это загорается. Все, что репетировали до того, отправляется лесом. Вот! Отлично! Стоит заметить, что Евгений мечтает создать свой театр огня, и вполне возможно, что именно этот номер в дуэте с Яной Чуриковой войдет в репертуар театра. Но сейчас оба участника полностью сосредоточены на исполнении экстремальных трюков.